добре, суда добре. Суда добре, добре. Очень добре, очень добре. Как дела у вас? Меня? Ну, у вас. Александр Евгеньевич. Ну, приятно очень сильно. Сергей Петрович. Да-да-да, взаимно. Что-то я сам себя у вас слышу. Может, прикрутить громкость немножко? Ну, давайте попробуем. Так лучше? Раз-два. Все равно слышу, но... Надо купить гарнитурку вам. Ну что, как дела у вас в России? Да, так потихоньку. Да, Краснодарский край. Кубань, станица, Москва. А вы откуда? Я из Германии, Потсдам город. А, понятно. Привет, союзник. Не союзники. Ну да. Германия это. Формула Штайнмайер. Nord Stream 2. Сколько заблокировали? Поставок вооружения Украине. Так что вам большое спасибо. Ну не вам в смысле. А Ангеле Меркель. И правительство Германии. Если бы не вы, да вовремя бы напоставляли Украине вооружение. Нам бы там ловить нечего было. Ну так вы там и так ничего не делаете. Сейчас идут поставки, но... Поздновато маленько. Пока они там освоятся. Тем не менее, как в России ничего не поменяли, кроме геморроя. Ну не знаю. Спасибо, что газ покупаете. Получается, что... Мы тратим... В месяц... Миллиард на войну. А вы нам... Платите за газ 3 миллиарда. Так что... Нам... Тут воевать еще. В войне что главное это? Денежки. А вам с этих денежек какой толк? Лично вам? У нас имперские амбиции. Не, я понимаю, лично ну, вам какой кайф от этих денежек? Ну, завоюем. Украину я перееду. В Одессу жить там. Квартиры освобождаются. В Киеве тоже. Там сколько удрали уже. Народу. А сколько вам лет? Так я живу здесь. Некомфортно. То есть вы за всю свою жизнь ничего не заработали, хотите жить комфортно? Я взял гармошку под руку. И поехал. Мы русские такие. То есть, где хорошо, там и жопа в тепле. Правильно. Мы уже к вам много населились в Германию. Вот автопробег делали. С российскими флагами. Автопробега, что вы можете еще сделать? Ну, к примеру, свой холодильник вы можете в России сделать? Холодильник? Для Германии, что мы сделали? Для себя. Ну, холодильник для себя, для России можете сделать или нет? Выпускаем. Индезит. Это холодильник. Стиральная машина. Хорошо, а чья фирма Индезит? Российская или чья, я понять не могу. Без понятия, знаю, у нас выпускаются. Хорошо, а телевизоры чьи у вас? Телевизоры? Да. Немецких нет. Ну хорошо, не немецкие, какие есть. Китайские. Как и у вас. Германия какой телевизор выпускает? Грюндик? Грюндик? Да. Так это когда Грюндик? Так это когда Грюндик был? Ну,
Этот еще ящик. Этот еще ящиком, который был. Ну, тем не менее, у вас такие есть. У нас тоже такие были. У нас тоже такие были. Рубин. Рубин. Так, горизонт. Горизонт. Горизонт белорусский. Горизонт? Горизонт? Да, белорусский. Да нет, это. Да нет, это Санкт-Петербург. Санкт-Петербург выпускал. Нет, это белорусская фирма. Это Минск. Минск выпускает горизонт. Вы откуда знаете? Вы откуда знаете? Ну, я живу в Беларуси, я знаю. Зато у нас. У нас в порядке все с ядерным оружием. Хорошо, а еще какие-то. Вот вчера, испытывали, новую межконтинентальную ракету. Вы испытываете уже 20 лет. Успешно, но ее нет. Ну вы же боитесь нас? Ну вы же боитесь нас? Кто вас боится? Ну как то? Как Германия? Германия? Кто тебе такое сказал? Ну как, если бы вы не боялись. Как, если бы вы не боялись. Вы бы, так сказать, не препятствовали. Не препятствовали. Поставкам вооружения. Поставкам вооружения. Украине. Я помню, Эстония хотела поставить им какие-то гаубицы. А вы там лапу наложили. Молодцы. Респект вам за это. Спрашиваю, что Россия может произвести, кроме ядерного оружия, в кавычках? Ну, телевизор вы свои делать не можете, холодильники вы свои делать не можете, микроволновку вы свои делать не можете, туалетную бумагу вы делать не можете. Что вы можете делать? Вот я спрашиваю. Ну, Нам главное, чтобы вы нас боялись и все. А никто вас не боится, вы обосрались на весь свет, блин, над вами сейчас... И вы... Так нет, нам это все будете делать. Так я еще раз говорю. Под страхом. Вот у вас есть, ну, вы нефть продаете, да, вот ты говоришь, мы нефть там нарастили, там еще... Вам продаем. Ну, вы нам даете денежки на войну. Молодцы. Хорошо, молодцы. А что с этого? Ну, ты 30 лет... Почему вы не откажетесь? Почему вы не откажетесь? От газа. Стрёмно? Стрёмно. Отказывать. Зачем? Мы вам будем давать бумагу, понимаешь, бумагу. Вот. Вот, а вы нам даете нефть, понимаешь, в чем дело? А мы за нее кое-что покупаем. Например, что? Все, что угодно. А что можно за евро купить? Все, что угодно. Кстати, что можно купить за евро? За эту бумажку? Угодно. Что можно за евро купить? За эту вшивую бумажку. Объясните. Что? Вам даже Макдональдс уже ничего не продают, понимаете, в чем дело? Все идет. Фирма Siemens. Поставляет нам. Эти насосы подкачивающие. Ведь вам же украинцы просили. Не продавайте. Вот эти подкачивающие насосы. Ну хорошо. Siemens. Турбины. А вы продали. И за это вам респект. И уважуха. Молодцы. Вы себя, кстати, там... Вы там... В Германии? Без два дня неделя. И зовут вас никак. И никто вы там. Не берите на себя лишнего. Так что... Когда вы туда приехали вообще? В Беларуси. 10 лет назад. Лучше расскажите. Благодарные вашему белорусскому правительству. Вашему картофельному генералу. Батьке. А ты в курсе, что он вас наебал красиво? Наебал, да он. С его территории, с Беларуси. Обстреливается Киев. Ракетами. Да. Войска все, которые были после учений, как раз на Киев, с Белоруссии. С Белоруссии, вот. На Киев. На Киев.
и вышли с территории Украины. Это уже другой это вопрос. Уже другой вопрос. Нет, так что они получили? Что они получили? Саня вас наебал. А вы? А вы их туда послали. Послали. С вашей территории, обстреливается, Киев. Лукашенко вас крылатыми ракетами. Да не дери попку за Лукашенко. За Я вижу, поддерживаешь. Поддерживаешь Лукашенко. Вижу. Батя вижу. Наебал. Красиво. Вижу, поддерживаешь. Ты поддерживаешь. Да, и он красиво вас наебал. Молодец, что ты поддерживаешь. Этого. Вот. Бульбаша, молодец. До сих пор с Барановичей летает наша авиация. И бомбит Украину. С Барановичем. С аэродрома Барановича. Летает авиация каждый день. И бомбит Украину. А вы поддерживаете этого пидораса. Потому что вы и сам такой, как и он. Как и Лукашенко. Вот тут я вас и вывел на чистую воду. А Лукашенко это друг Путина хуйла. А вы их обоих поддерживаете. Поэтому вы тоже. Все, пока. До свидания. Я так і думав. Думаю, сидить же ж у Германії, ну не може бути, щоб він не ватник, не може бути цього. І він все ж таки підтримує Лукашенка, а Лукашенка – це маріонетка Путіна. Відповідно, значить, він автоматом підтримує і Путіна, значить, він такий же, як і вони. Крапка. Шановні друзі, ви дивилися нарізку зі стрімів. Аби дивитися стріми цілком без нарізки і купюр, будь ласка, підпишіться на Patreon. Посилання на Patreon під всіма відео і стрімами. Підтримайте наш канал вподобайками, коментарями, тисніть на дзвіночок, а також розповсюджуйте мої ролики в соцмережах. Підпишіться на всі мої канали, адже час від часу мені доводиться змінювати місце стрімів та дислокації з метою безпеки. Адже дуже багато росіян незадоволені моїм контентом і кидають страйки. Наші гасла – «Борітеся, поборете», «Героям слава», «Смерть ворогам», «Понад усе», «Від Сяну до Дону», «На Гіляку».